Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. Кировское правительство собирается продлить налоговые льготы для бизнеса. Речь о пониженных ставках по ОСН для представителей, как выражаются чиновники, наименее восстановившихся отраслей. В этом году они понижены в два раза относительно общепринятых. Власти намерены сохранить эти ставки. По объекту налогообложения дохода 3%, по объекту дохода минус расходы 7,5%. Кроме того, собираются поддержать снова тех, кто платил ЕНВД и столкнулся с ростом налогов. Налоговые нагрузки из-за его отмены. Ставки по ОСН для них тоже будут снижены в два раза, за исключением лесной сферы. Если ОЗС одобрит правительственные законопроекты, ставки будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. Программа «Экономика». В Кирове за землю достроили еще один дом для дольщиков. Госстройнадзор принял третью секцию проблемного дома на улице Гороховской, 81. Дом, который 6 лет назад начинала ООО «Жилой комплекс Виктория», завершила компания «Алтайстрой». Она получит участок земли в Кирове в качестве платы за работы. Сам жилой комплекс «Виктория» в 2018 году признан банкротом. Еще 3 года ушло на то, чтобы передать права застройщика на объект жилищно-строительному кооперативу «Гороховская, 81» и начать искать нового застройщика. Сейчас в едином реестре проблемных объектов Кировской области 29 домов, из них 12 в Слободе, Новое Сергеево. Экономика на 101 FM. Продавцов нелегального алкоголя оштрафовали на 2 миллиона рублей. Такую сумму им выписали за 11 месяцев 2021 года. А за это время в Кирове полиция выписала почти 350 протоколов по нарушениям в сфере оборота алкоголя. Большинство по жалобам кировчан – это и продажа алкоголя в неположенное время, в неположенные дни, продажа его детям, торговля фальсификатом. А на этой неделе всего за одну ночь полицейские выявили и пресекли 8 нарушений, в том числе реализацию алкоголя в запрещенном время и торговлю без лицензии. Низкие штрафы мешают бороться с такими преступлениями. Изменить их могут только федеральные власти, поэтому в Кировской области ищут другие инструменты против злоупотреблений. Со следующей осени, например, запретят продавать спиртное в небольших магазинах в жилых домах. Экономика. В завершение о валютах. Доллар сегодня в 73 рубля 50 копеек. Курс евро 83 рубля 22 копейки. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.